Оксана Геннадьевна Федоровна. Федорова, ведущая. Коллеги, дети, я присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые сегодня прозвучали в этот замечательный праздник гинеколога и защиты окружающей среды. Я рада, что сегодня я смогу вместе с вами разделить это событие. Фонд, благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро» активно участвует во многих программах, направленных на защиту окружающей среды. Мы также готовы и дальше поддерживать многие проекты. Так что спасибо большое за приглашение. Я хочу сказать, выразить огромную благодарность организаторам за эту действительно колоссальную работу, не только направленную на защиту природы, но еще направленную на воспитание в наших детях бережного и правильного отношения к своей природе. Потому что только так можно вырастить будущего человека ответственного и любящего свою страну и свою природу. И начинать, конечно, нужно с себя, с того места, где мы поживем. И я рада, что сегодня в зале именно такие люди, которым не безразлично, в какой стране они живут, какую воду они пьют, каким воздухом они дышат.